вечеру, который мы проведем здесь, на паркете комплекса «Велодром», спорткомплекса «Минск-Арена», на традиционном международном турнире по спортивным бальным танцам «Capital Cup Минск 2020». Мы искренне рады видеть такое огромное число болельщиков, зрителей и, конечно же, участников. Несмотря на непростые условия в мире, мы все равно танцуем. Минск танцует, Беларусь танцует, и мы готовы к нашему главному вечернему шоу. Организаторами открытых международных соревнований по спортивным бальным танцам выступили Главное управление спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета, Международный танцевальный союз IDSU, Белорусский республиканский танцевальный союз, Минская городская федерация спортивных танцев, танцевальный клуб «Сигма». Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Дорогие друзья, сегодня нам предстоит увидеть выступление замечательных, красивых пар. Я уверен, что все вы пришли их сюда поддержать, за них поболеть. Ну, а я хочу представить тех, кто будет оценивать и выбирать лучшие пары открытого кубка города Минска по спортивным бальным танцам. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, приветствуем судейскую коллегию турнира Capital Cup Минск. Евгений Белоруков, Россия! Денис Карасашов, Украина. Дмитрий Мелехин, Россия. Анна Сажина, Азербайджан. Ярослав Скоренко, Украина. Наталья Смирнова, Россия. Анна Стругач, Украина. Судьи, представляющие Республику Беларусь. Евгений Аплевич, город Минск. Наталья Бабич, Минск. Анастасия Веслова, город Минск. Виктор Иванов, город Брест. Елена Карпенко, Минск. Оксана Киреева, Минск. Роман Лихоступов, город Витебск. Александр Леонтьев, Минск. Сергей Миклашевич, город Гродно. Ирина Мирончик, Минск. Анастасия Подкас, Заславль. Светлана Сатырева, город Гомель. Алена Сотникова, Минск. Ольга Комодовская, город Витебск. Павел Ярцев, Минск. Главные судьи соревнований: Артем Кожира, Минск, Беларусь. Дорогие друзья, на паркет я хочу пригласить и с удовольствием предоставить слово председателя Белорусского республиканского танцевального союза, главу Международного танцевального союза IDSU Александр Николаевич Козыра. Добрый вечер, уважаемые зрители, участники, судьи. Опять к нам пришел праздник танца. Очередные соревнования, чемпионаты и первенства по спортивным бальным танцам, открытый кубок города Минска по спортивным бальным танцам. Всего лишь месяц назад у нас прошел первый чемпионат в другой арене, в Чижовке. И сейчас мы с вами опять встречаемся уже в новом танцевальном зале. Я надеюсь, что оргкомитет,
который приложил максимум усилий для создания образа этого турнира. Вот, очень хорошо постарался, и я думаю, что вы останетесь довольны этим мероприятием. Я хочу пожелать всем приятных впечатлений, танцорам показать свой лучший танец, ну а зрителям хорошей работы, приятной. Турнир по спортивным бальным танцам Capital Cup 2020 года объявляю открытым.